прохождение Fallout 4, прохождение нового Assassin's Creed Fallout и многие другие популярные игры вы сможете найти на канале YoriCod. Заходи и подписывайся. Как денежки, ребятишки, с вами снова Адисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмонов, давно всеми ожидаемую серию, потому что давненько у нас не было Пиксельмона. И почему его так давно не было, и будет ли он вообще, зависит только от вас, и об этом мы поговорим в этой серии. Но, ребята, перед этим мне нужно знать, хотите ли вы продолжение Пиксельмона, и нужен ли вам... вообще Пиксельмон, потому что если мы закончим этот сезон, то мы перейдем в новый сезон, в новую версию, а версий там уже вышло офигеть как много. Поэтому, ребята, там уже много и много и много всего нового, то есть много новых вновшенств. Но, ребята, если мы берем 2000 лайков, мне просто нужно знать, хотите ли вы продолжение или нет. Как только мы наберем, сразу же выходит новая серия. И я даю вам свое слово, то что как только мы это сделаем, сразу выйдет новая серия. И как только мы будем набирать по 2000 лайков на каждой новой серии, то сразу же будет выходить новая серия. Тем самым мы сможем закончить этот сезон хоть за неделю. Ребята, это зависит только от вас. Но мы поговорим об этом еще в этой серии, но сейчас, ребята... я бы очень сильно хотел вас попросить подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я всех вас приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью подписчиков. Мне будет очень сильно приятно, если вы подпишетесь. Ребята, секунду, чтобы поставить лайк, секунду, чтобы подписаться, но вы действительно сможете сделать мне приятно. А мы, ребята, сейчас будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы находимся у нас дома. Давайте не будем терять время, сразу же пойдем на кач, допустим, в наш рай покемонов, который находится у нас на острове. А вы спросите, давайте, в принципе, сейчас поговорим об этом. Вы спросите, почему так давно не было новой серии, да, почему не было Пиксельмона, ну сколько там вроде, 2 недели где-то его не было. Ребят, я просто думал, есть ли смысл его дальше продолжать делать. Я просто сидел, думал, и все-таки я надумал выпустить еще одну новую серию специально для вас. Почему? А и почему я решил выпустить новую серию? Мне нужно знать, вот честное слово, ребята, вот именно сейчас мне нужно знать, будем ли мы дальше продолжать играть в Пиксельмон? Нужно ли это вам? Просто, а чтобы мне это увидеть, ребята, давайте, если мы, конечно, сможем, наберем 2000 лайков на вот этой серии, и я даю вам свое слово, то, что я продолжу снимать Пиксельмон, то, что я продолжу делать серии по Пиксельмону, и... продолжу как можно быстрее закончить этот сезон для того, чтобы начать, чтобы начать новый сезон Пиксельмонов с новыми версиями, потому что вы знаете то, что там действительно уже много всяких новых версий вышло. Поэтому, ребята, это зависит только от вас. Я, честное слово, вот сейчас скажу, набираем 2000 лайков, выходит новая серия. Но мне просто нужно знать, нужно ли это вам, ребят. Вот сами подумайте, нужно ли это вам Пиксельмон. Если вы реально, я... опять троллинг начинается. Если вы реально большой фанат Пиксельмона, ребят, вы знаете, что делать. Вот честно, я скажу вам только большое спасибо за то, что вы поставите лайк. Мне реально будет очень сильно приятно. Шелдер у нас шайни вроде уже есть, поэтому не будем его... хотя... Шелдера как раз вроде... я не знаю. Какой-то шелдер у нас есть, но я не помню какой. Честное слово, ребята. В принципе, в чем заключается сейчас смысл всего сезона? Чем быстрее мы докачаем всех этих покемонов, чем быстрее мы найдем и словим покемонов, которых у нас еще не хватает, тем быстрее мы закончим этот сезон. Поэтому, ребята, нужно, чтобы серии выходили как можно чаще и как можно быстрее. И вот вы можете на это повлиять, ребята. Вот именно вы можете на это повлиять. Потому что я, честное слово, вам говорю, что набираем 2000 лайков, выходит новая серия. Будь ли это так или нет, говорю, зависит только от вас. Но, в принципе, ребят, сейчас мы будем на этом прекращать разговаривать. Нам нужно прокачивать наших покемонов. 5 Суйкун нас троллит, заразеныш. Что нам нужно делать? Нам нужно сейчас прокачивать Литвика, и также нам нужно... да, в принципе, нам всю команду нужно прокачивать. А где лучше всего это делать? Как я понял, вот сейчас в раю этом покемонов нету смысла, потому что там только водные покемоны. А наш капитан в этой команде это Шайни Литвик. Поэтому Шайни огненный покемон, огненный призрак. Мне кажется, он будет круто качаться и в саванне. А давайте все-таки действительно пойдем в саванну. Вот честно, давайте все-таки пойдем в саванну. Почему? Я сначала хотел пойти в эту, как его...
так называемый глиняный биом, я туда хотел пойти, но я передумал. Почему? Потому что, ну, в принципе, там очень большие уровни покемонов, и я не знаю, сможет ли потянуть наш Литвик вот этих всех покемонов. А если мы сейчас найдем саванну, то, в принципе, он там и спокойненько будет дальше продолжать качаться, и будет всех тащить, и что самое главное, в саванне у нас есть шанс, то, что заспавнится легендарный покемон, да, ребята. Поэтому мы будем все-таки там качаться, но на втором... Опять Шадди Джиудут, которого мы уже не знаю сколько раз встречали. И на втором плане у нас будет спавн... Ух ты, нифига себе, легендарного покемона. Только я не знаю, сможем ли мы его убить. 43 уровень, мать его. Это вам не хухры-мухры. Это вам реально не лошадок с какашек лепить. Это тяжеловато сейчас будет. В принципе, у него сейчас... Ну, я не скажу то, что много жизней, в принципе, меньше, чуть-чуть больше, наоборот, чем половина, но... Лапрос. Если у Лапроса есть какая-то нормальная, нормальная атака должна быть нормальной атакой, но ее, к сожалению, пока что у Лапроса еще нету. Манки, ну чем Манки может его зафигачить? Лоу-кик? Да, в принципе, Манки сможет лоу... Да. Лучше бы я это не говорил. Да! 4 куска опыта! Офигеть! Круто! 3 новых вещички. Пускай будет. Это шайни нам не нужен. Точнее, такой шайни у нас уже есть, поэтому мы даже в его сторону смотреть не будем. Потому что в этом просто нету никакого смысла. А вот эти кенгурушки сейчас, в принципе, нам отлично послужат. Если они, конечно, не прям гигантские уровни нафиг. 26 сойдет. Да не Ликитунг, зачем нам этот языкастый Чуркистан? Ну, я не знаю. Ну, в принципе, он сможет убить, понятно, что сможет, только с небольшим утруднением, конечно же. Давайте, знаете что? У меня есть вот сейчас. Это сюда. Сейчас мы продолжим нормально, стабильно прокачиваться с помощью Литвика. Мне кажется, он сможет. Нам нужно его прокачать к Лампенту. Это, в принципе... Ну, я не знаю, где... Твою мать, а. Где-то на 40 уровне это... у него будет эволюция, и потом мы сразу же сможем его превратить в Шанделура. Шайни Шанделура. Но нам сначала нужно его хотя бы докачать. Я говорю, если у нас это, конечно, получится. И у нас, кстати, еда уже заканчивается. Нифига себе, что в Пиксельмоне у нас еда заканчивалась. Это что-то новенькое. 49 уровень. Знаете что, я так подумал, давайте даже рыпаться не будем. Давайте даже не будем рыпаться, потому что это слишком пока что еще для Литвика. 16 уровень, 6 уровень... Ух ты, нифига себе, Люксио, конечно, 26 уровень, шайни, пожалуйста, я бы очень сильно хотел его словить, но, к сожалению, это у нас не получится, потому что болов у нас нет, у меня слишком ленивая жопа для того, чтобы пойти сделать себе болы, но это, ребята, это скучно, Ну, делать болы, ну, согласитесь, то, что сидеть и там делать, собирать части, тем более нам не нужно 2 бола, нам не нужно 3 бола. Если делать, то делать сразу несколько стагов, чтобы, в принципе, хотя бы кто-то словился. Конечно, зря я его ловлю левел-болом, потому что, ну... А, нет, все-таки с последнего левел-бола он надумал словиться. Но это реально глупо, потому что у нас... А кто у нас? У нас Литвик 34 уровень, а Люксио был 26 уровень, то есть... Практически одни и те же уровни. То, что он словился, это реально большое чудо. Но все же это круто, потому что многие, вот честно, я помню то, что давно меня многие просили, мол, Эдисон, возьми, пожалуйста, в команду Шинкса, возьми, пожалуйста, в команду Шинкса. И еще один шайни языкастый, да. Многие реально меня просили, чтобы я взял Шинкса. И сейчас, ребята, я возьму, но только уже не сразу... Да, ты за мной следуешь, но я не могу по тебе попасть, зараза. Сейчас я возьму Шинкса, но я возьму его сразу... вторую эволюцию, и она будет шайни. Это реально очень круто. Если я его, конечно, возьму, и, как я уже сказал, если будут вообще новые серии. Если будут, да? Но, в принципе, сейчас, ребята, мы об этом больше думать не будем. Давайте мы сосредоточимся на катче. К сожалению, тут у нас уже саванна заканчивается, а мне так хотелось вот тут еще немного погулять, потому что рай...
Так, нет, там никого нормального нету. Райкоу должен тут спавниться. Он, в принципе, в предыдущей версии, в предыдущем сезоне только тут и спавнился. И, можно сказать, спавнился каждую серию. Ну, да, в принципе, можно сказать, каждую серию. То есть, на спаун Райкоу у нас был богат. То есть, он не жалел себя показывать, да. Не был каким-то застенчивым. А в этом сезоне... Не только Райкоу, а все нафиг легенды какие-то. Какие-то никакие, если вот так образно выражаться. Таурус, бычара. Ни хрена себе. Ну я понимаю то, что ты сильно жестокий, но ну пощади нас нафиг. Ну хотя бы мы его усыпили нашим языкастым. Давай. Ты уже проснулся, бычара. Поздравляем. Давай. Ах ты ж... Суперский бычок. Давай, пожалуйста, не хилься. Все, мы тебя не бьем нафиг с одного удара. Мы тебя не убиваем с одного удара. Поэтому, в принципе, нам тяжеловато тебя убить. А если ты еще, зараза, хилиться будешь, то это вообще сумасшедший дом будет какой-то. В принципе, да. Как я и думал, это будет... Ну, не то, что нереально. Конечно, мы можем попробовать его убить. Ну, как вы видите, не так-то это просто. Манки, ну что Манки сможет сделать? Конечно, он его пару раз пнуть сможет. Ну, пару... А, я там вижу, кстати, покебол. Один раз он его только пнуть сможет, и, в принципе, ничего в этом такого нету. Диглет! Мне даже смешно стало. Ух, я случайно стукнул. Мне даже смешно стало, когда я назвал Диглета, потому что... Ну да, так я и понял. Еще раз, зараза. Раунд номер 2. Сейчас мы тебя... Ух ты, нифига себе! Да, круто, я его вызвать не могу. Замечательно. Ты чё... Нет, давайте, знаете, лучше все-таки убежим, потому что он забагал нам всех покемонов, и я их просто не могу вызвать. Вы знаете, что произойдет, если он убьет тех покемонов, которых я могу вызвать, на тех... У нас останутся только те, которых я не могу вызвать. То у нас Майнкрафт, точнее сам Пиксельмон залагает, и мне нужно будет полностью или выходить, или, я не знаю, убивать себя, ну, с помощью команды, да. Ну, это баги, то есть, может, в новых версиях это уже, конечно, исправили. Посмотрим, ну, как посмотрим, да. Ну, будем надеяться, то, что уже исправят, потому что это реально очень бесит. Реально. Да ты зараза, ну ты меня уже заколебал, а ну ладно, я тебя один раз ударю, ладно, я тебя второй раз ударю, ладно, я тебя третий раз ударю. Но ты-то меня как можешь бить, то есть, ну в принципе... Ну сейчас, вот еще один раз, пожалуйста. Чем бы тебя так пнуть нафиг, зараза, чтобы ты успокоился? Еще один раз, пожалуйста. Да! 4000 опыта Литвику и 3000 опыта Фирову. Это просто зашибись. Опа! Зараза. Так, еще раз. Я сказал. Опа! Замечательно. 36 уровень. Ну, если поднапрячься, то, в принципе, если мы его докачаем до 40 уровня в этой серии, это будет замечательно. 37 уровень. Вот тут, в принципе, есть смысл прокачиваться вот именно... В саванне, да, то есть тут такие более-менее нормальные уровни. Если мы сейчас убьем вообще 45... Нифига себе. 41 уровня Арбока, это будет реально очень круто. Это будет очень круто. Конечно, не так-то это просто, как я думал, но все же мне... Да, не справится. Я хотел сказать то, что он все-таки справится, может Манки справится, но не справится. Зато Лапрос... Да, Лапрос все-таки справился. Ну... Инферно. Инферно крутая атака, но смотрите, какая у нее аккуратность. Да ну нафиг. Пока ты попадешь вот... Конечно, она будет рубать очень сильно, да? То есть, если она попадет, если она один раз пнет, то это офигеть, прям с одного удара, можно сказать, она убьет. Но шанс там, конечно, очень маленький, потому что 50% это не очень много, и будет реально сложновато прокачиваться с помощью этой атаки. Пока мы попадем по кому-то, то нас уже пару раз убьют. Если сейчас нам круто так зайдет вот этот бой, то Литвик будет уже 39-й. А если он будет 39-й, значит нам останется еще один уровень до 40-го. Да, ребята, 39-й, как я и предполагал. Языкастый, подойди-ка ты сюда. Желторотый, желтопупый, хотя какой желторотый, он же розовый, да? Не знаю, может у меня может во мне дальтоник какой-то небольшой проснулся. Кстати, это случайно не бот? Ребята, а ну,
Вот босс. Ты шайни твою нафиг. А у нас болов нету. Один. А у нас болов нету, твою мать. Там еще то ли босс, то ли... То ли шайни сайтер. То ли... Вот, круто. Ты, конечно, молодец. И молодец. Очень молодец, такой молодец. Но... У нас-то болов, мать его, нету. Если ты словишься с этого пример бола, я тебя расцелую. Грулит, ты прям фантастика. Ты прям офигительный чувак. Это, ну, офигеть. Шайни Грулит. И мы его словили с единственного нормального бола, который валялся у нас. Не то, что даже в инвентаре, который валялся у нас в... В рюкзаке, в сумке, да, в бэкпаке. Это реально очень круто. Шайни? Шайни или мне просто кажется? Нет, мне кажется... Нет, это босс все-таки. Это, мать его, синий босс. Только сдалека он не видит, как... Не выглядит как синий. Да уйди ты, трава, нафиг. Вот, 49 уровень. Ну, в принципе, он жучара. Твою мать, а. Я думал, мы сейчас уже прокачаемся, но, как я вижу, этого не будет. Потому что он все-таки нас сейчас запинает, хоть он и жучара, ну, в смысле, жучий тип, да? Но он, зараза, сильный нафиг. Хоть и 49 уровень, он такой сильноватый. Если Лапрос его убьет, замечательно. 5000 опыта. Круто. Круто, круто, круто. Сейчас бы еще найти какого-то... Нет, сначала нам бы пойти домой покушать, потому что еды у нас уже вообще нифига никакой нету. А жрать-то нужно, ребят. Жрать-то нужно. Так, давайте мы этого запинаем. Этого запинаем и сразу же переключаемся, допустим, на манки. Потому что не нужно позволить тому, чтобы... Так, давайте еще вот этим. Чтобы Литвик умер. Потому что Литвик нам нужен живой. Нам нужно прокачивать Литвика. Это сейчас главная цель. И он, да, он 40 уровень, но он пока что еще не эволюционирует. Давайте. Бр-пу-пум. Сразу быстренько пойдем поспим, выспимся, выложим весь хлам. Точнее, ой, куда я бегу? Не то что хлам, а даже возьмем еду в первую очередь. Потому что, как видите, мы даже бегать толком не можем быстро. И пойдем, наверное, опять туда качаться. В саванну. Так, где у нас еда? У нас что-то было в холодильнике, я помню. Ну, не так-то много всего. Ну, сойдет. Сойдет, это можно вот сюда. Покушаем и сразу же, ребята, топаем туда. На каком... Точнее, он вроде эволюционирует с Даскстоуном, да, как я помню. Вот он. Посмотрим, ребята, посмотрим. Сейчас, так, тпхаемся обратно вот сюда и будем дальше прокачиваться. Нам нужно в этой серии прокачать Литвика как можно больше, ну, в смысле, как можно больше уровней ему прокачать. Потому что если Литвик будет реальным тащером, то он за собой просто потом потянет всю команду. В принципе, он всех их быстренько докачает до 40-го, до 50-го уровня, и можно спокойно будет их выкладывать и... брать какую-то новую, да, команду. Как я сказал, чем быстрее мы... Твою мать, а. Как я сказал, чем быстрее мы прокачаем всех покемон... Да иди ты в жопу, а! Ты петушина и отродье, ну иди ты, дай мне... Вот, а сейчас иди сюда. Иди сюда! Вот сейчас мы тебя накажем нафиг. Папиным ремнем. Да. Круто. Охренеть, вот эти... Твою мать, твою... Офиг. Манки, запинай его нафиг до такой степени, чтобы он даже не смог своим хвостом пошевелить. Ах ты, манки, подводишь ты нас, зараза, подводишь ты нас. Лапрос, хотя бы ты не подведи, Лапрос, Лапросулечка, пожалуйста, во, я в тебе, если честно, даже не сомневался. А ты что тут хочешь, а? Что ты хочешь, а? Я так и не понял, что ты хотел. Сейчас куда нам идти? Я там вижу кенгуру. И тут у нас 15 уровень. 15 уровень, это ничто. Так, Литвик, тащи. Тащи, тащара, тащи. Ну, пни ты хотя бы кого-то нафиг на какой-то минимальный урончик, а? Сейчас манки, давай манки. Тебя тоже нужно прокачивать, когда ты станешь праймейпом, ты вообще всем кишки будешь наружу пускать. Лапрос, давай. Давай, я в тебе не сомневаюсь. Лапрос.
Давай, 26 уровень Лапрос. Замечательно. Да. Шайни Литвик эволюционирует. И в принципе мы сейчас его сразу же сможем превратить в Шанделура. Ух, будет он тащить, я хотя бы на это надеюсь, да? И, в принципе, если он уже начнет тащить, мы сейчас, может, даже пойдем в глиняный биом, потому что там покемоны большего уровня. Посмотрим, сможет ли он там тащить. Ну, что ты, заразенный, хочешь от нас, а? Ну что ты, 15 уровень. Или бей, или уходи, а? Лампин. Только... Да! Мы сразу его эволюционируем. Зачем ждать, ребята? Какой смысл ждать, если мы сразу его можем эволюционировать, и у нас сразу же будет Шанделур, красавец наш. Давай, посмотрим, какой ты. Какой ты будешь красавец, если ты будешь шайни, да? Посмотрим, ребята. Обычный у нас уже был на самом начале сезона, или когда он был, хрен его знает, честно. Но вот сейчас давайте посмотрим, какой он, ребята. Красавец. Кенгуру только что был перед нами, уже пропал. Печально. Идем сюда, тут у нас глиняный биом. Ребята, смотрим по сторонам. Какие-то большие уровни. Кто у нас тут водится, кто у нас тут бродит, ходит, карабодит. Белдум, если бы был Шайни Белдум, я бы даже не раздумывая сразу бы на него потратил мастербол. Да, но, к сожалению, не хочет он спавниться. Если честно, кто это вот там? Нет, это обычный блок, я думал какой-то Шайни желтый покемон. Ну не хочет у нас Белдум спавниться, поэтому что нам делать, ребята? Что нам делать? Опа, просто ждать, пока он не зайдет, если это, конечно, случится. Но, если честно, я пока что никого тут не вижу. Рулет 44 уровень, если, конечно... Ух, нормально, уже две атаки, ребята. Еще один рулет, или кто это? Руфлет. Две атаки, в принципе, он уже выносит всех подряд. Ух ты, иди сюда, летучая ты фиготня. Иди сюда. Опа! Ух, прицел, ух, нихрена себе. Давай, сейчас, языкастый, пожалуйста, потащи хотя бы чуть-чуть что-то. Ну, хренак мне его хотя бы вот так разочек. Ну, языком своим, у тебя же такой длинный, что можно нафиг до самолета, летящего на высоте, там, 10 тысяч метров. Так, он нас убил. Достать. Фиру, пожалуйста. Ты тоже летающий покемон, ты, конечно, 3-4, он на 20 уровней больше, чем ты, но все же я верю в тебя, то, что ты тащер. Не зря же ты шайни. Да! Нас не подвел. Не подвел нас наш Фиро. Он, кстати, 35 уровень уже. Замечательно и просто-напросто шикарно. Так. Если ты еще вот этого затащишь, то реально будешь шикарно, круто. 43 уровень, а если ты вот этого с 58 уровня затащишь, ты вообще будешь прям, не знаю, кто. Три удара, ребята, три удара. Ну, если бы я случайно, тем не что. Ни хрена себе, сколько всякого с него выпадает. Еще один Лайроша, давайте вот этих будем пинать, они как раз такие прям гигантские уровни, нафиг. Это реально будет очень круто, если мы будем находить их почаще. 49 уровень. Три удара, два да... Твою мать, а. Два даже. Да! 45-й. Вот реально нужно сейчас тут качаться. Нам нужно находить вот этих лайронов и просто на них качаться. Они реально очень большие уровни. 8 тысяч опыта! Ни хрена себе. Лайрончики, мы вас очень любим. Выходите, наши милые лайрончики. Нет, ни ониксы, ни солрок. Ну, 30 уровень такой. Но ониксы нам точно не нужны. Спасибо, конечно, за предложение, но мы должны отказать. Нам нужны лайрончики. Ну, в принципе, ребят... О, Сало. Ты спас серию, то есть ты продолжил ее еще на несколько минут. Или там на полминуты, потому что я уже хотел заканчивать. Ну, ща мы его запинаем. У нас, кстати, он и есть, да? Если я хорошенько помню. Ах, ты подлетел свои пузяры слишком высоко. Вот, да, он у нас уже есть, поэтому, ребята... Ну, я не знаю, сможем ли мы его убить. В принципе.
принципе, если сейчас мы переключимся, допустим, на Фирова, и Фиров его сможет добить. Да, смог добить нафиг. Манки. Да, смог он добить его нафиг. Ну хренак не ты его уже языкастый, я, ну ты вообще что-то в этой команде будешь делать? Зачем я тебя вообще ловил? Если бы ты не был Шайни, я бы тебя даже вряд ли словил. Что ты вообще делаешь в этой команде? Что ты вообще можешь предложить? Какие свои услуги? Вот Лапрос, как всегда, это уже не первый раз, когда Лапрос нас выручает. Это случайно, это Шайни Лайрон, да? Офигеть. Ну, мы его не будем ловить, потому что, во-первых, он большой уровень, а во-вторых, он у нас уже есть. Поэтому, ребята, не кричите. Сейчас, нифига себе, там Эдисон уже сожрался, убил Шайни Лайрона. Он у нас уже давным-давно есть, и, в принципе, даже если бы... О, нифига себе, сколько тут вот этих покемонов. Вот так. Если бы даже его не было, то вряд ли бы я его ловил, потому что, во-первых, это вторая эволюция, а во-вторых, она очень большая. Ну, в смысле, большой очень уровень, а во-третьих, у нас бы не хватило болов. Это реально было бы очень тяжело его словить, потому что, ну, он большой... Да твою мать, да Харе уже убегает, ты трусливая жопа, ты... Что это за приблуды нафиг, а? Ну, манки хотя бы эволюционирует, это уже круто. Сейчас у нас будет Шайни Праймейп цвета поноса нафиг. Я надеюсь, что все-таки цвет немного изменится, потому что этот цвет мне не очень так нравится. Прям как будто он, не знаю, там, огурцов с молочком накушался на ночь. Ну да, вот это уже получше, это как будто то был у нас понос, это у нас, походу, моча какая-то. Ассоциации у меня, конечно, офигенные. Но все же. Там я, кстати, босса вижу. Басяндрик, Басяндрик, подскажи-ка мне, какой-то ты уровень. Басяндрик, Басяндрик. Твою мать. Ну, если бы ты не взлетел, ты бы был бы вообще... Так, один и второй. То есть, точнее, две атаки. Вот так. Замечательно. В принципе, ребята, как я сказал, мы можем уже заканчивать на этом вот эту серию. И я сейчас вам говорю, в этой серии Пиксельмона, кстати, она такая более-менее юбилейная. Но все же, ребята, я говорю то, что если вы хотите больше Пиксельмона, это зависит только от вас. Я вам уже сказал, мне нужно убедиться, то, что он вам нужен. И как вы можете это доказать? Вы можете просто поставить лайк, доказать мне то, что вам нужен Пиксельмон. Да, ребята, поэтому набираем 2000 лайков, сразу же выходит новая серия Пиксельмон. Когда это будет, зависит только от вас. Каждый ваш лайк делает выход серии намного быстрее, то есть ускоряет выход серии. Это не так-то сложно, потратить одну секунду, чтобы поставить лайк, но тем самым ваш лайк может действительно повлиять на вот это и просто дать мне больше, ну я не знаю, как это сказать, ребята, но в принципе я буду намного счастливее, я буду намного больше рад, если вы поставите лайк, потому что это для меня очень сильно приятно. Также не забываем подписываться на мой канал, как я уже много раз повторялся, каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Все, что нужно, это также потратить секунду и нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка» на красненькую, ребята. Там в уголку, если вы ее еще, конечно, не закрыли, и также под видео, еще раз повторюсь, красненькая кнопочка с надписью «Подписка». Я буду очень сильно рад, если вы на нее нажмете, и также на лайк. Ребята, я говорю вам большое спасибо за просмотр, именно тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реально заслуживаете уважения, потому что много людей то ли перематывает, то ли пропускает видео, то ли выключает его на самом начале, а кто досматривает его до конца... Те все заслуживают большого уважения, потому что вы реально очень сильно крутые. Я говорю вам большое спасибо за просмотр, ребята. Сегодня мы заканчиваем, но встретимся в следующей серии, в следующем видео. Когда оно будет, какое оно будет, зависит, точнее, только от вас. Еще раз, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.